Я Рэй, я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Давайте попробуем одно деревце срубить. Так, 36. А, это подожди. 21. А так, 20. Ха. Чтоб топор не поганить, в принципе, киркой нормально собирается. Опа, у нас... Это не простая древесина, а эльфийская. Не хотел эти деревья рубить, а зря, видимо. Так, давайте-ка посмотрим. Во-первых, с прошлого раза что-то у нас там. Про орков новые вещи. Ненавистные другим оркам. Похоже, полуорков ненавидят другие орки в море. Они не только тащат любое хорошее мясо, которое попадается им под руку, но и, в отличие от других орков, могут переносить солнечный свет и не вынуждены жить в пещерах. Угу. Так, про ресурс. Эльфийская древесина. Быстрорастущая древесина эльфийских лесов. Последнее живое свидетельство присутствия под горой эльфов. Встречается в эльфийском квартале и может быть получено при разборе некоторых деревянных построек. Хм. Рудая, драгоценные камни. Иолит. Драгоценный камень цвета индиго. При переработке дает пигмент нежного фиолетового оттенка. Используется в покраске доспехов. Встречается в рудных жилах звездного металла. Это то, что мы из сундука орков достали, видимо, да? О, здесь что-то появилось у нас. Во-первых, верстак. Для луков, стрел, шляп и других предметов из ткани, кожи или дерева надо обязательно поставить. Ну и стеллаж, собственно, из эльфийской древесины. Так, а сколько вообще нужно на первый верстачок? 15, да, у меня всего лишь 3. А у меня всего лишь 3. А что еще открылось? А, ну да, стеллаж этот. Не так уж много древесины-то падает, получается. Всего-то 3. Не хотела тут врубать, но придется. Ну, написано, что она высокая. Быстро восстанавливающаяся, да? Смотрите-ка, олень какой красивый, поближе подошел. Вот это у нее рога, всем рогам рога. Такое ощущение, что... Как только зачищаешь урочий лагерь, новых орков здесь больше не появляется. Интересное наблюдение. То есть достаточно зачистить лагеря. Хорошо. Так и будем поступать. Сначала обходим по краю, наверное, все это дело. Это что? А, что-то темно сразу стало. Полдень же. Это что? Какие-то орочи, что ли, лестницы? Я по ним залазить не могу. Так, этот орочий лагерь я вроде зачистил. Так, а что у нас здесь внутри? Давайте-ка просто глянем одним глазком. Великая кузница Нарви. О, вот она чё. Вот она какая. Within Khazad-dûm? Must be rubble in my eyes. Стыдно. Стыдно, Рейбар, такого не знать. Ты же вроде как истории знаешь. М? Что? А, рукоять. То есть тут нужно добавить части, я вижу. Отсюда нужно рукоять. Это поставить. Вот туда нужно. Трубу я уже видел, где-то встречал. Ну-ка, давайте-ка. Тяжелый предмет, как сумка. Ага. Так, хорошо. Поставили пока что. Не шестеренка ли это? Ого. Медная шестерня. А прыгать-то с ней мы не можем. Так. Может, как-то залезть можно? Ну-ка, давайте-ка глянем. О, можно. Так, никто не мешается нам тут.
Хорошо. Шестерня встала на место. Так, ну, трубу, наверное, чуть-чуть попозже. Я хочу все-таки... Хотя, давайте сразу зажигать. Вот сколько сейчас ушло? Не обратил внимания. У меня такое подозрение, что есть жаровни, в которых десяток вставляешь, и они сразу работают. Повреждено? В смысле? А, ее нужно как-то починить, я понял. Вот, а есть жаровни, в которые втыкается по одному дереву, их нужно постоянно зажигать. Ну-ка. Да, сюда вот одна уходит. Жаровенька, да? И, скорее всего, их нужно будет разжигать по новой. Ну, давайте разожжем. То есть, все-таки факела настенные на порядок круче. Они и холод лучше утоляют, проблему холода убирают. Вот. Горят посветлее. Да и светят на подольше. Что за звук? Мне показалось, либо я увидел Мишку. Ой, Мишка. Я хочу с тобой связываться. Топочет что-то там, Потапыч. Не-не, Миш. Давай разойдемся пока что. А это, видимо, подъем к трубе, да? Ого. Здесь как-то подразрушено все. Хм, сие есть печально. Ну, здесь можно либо платформочками... Да все-таки восстановить лестницу тоже вариант. Неплохой. По-моему, вполне вариант. О, смотрите-ка. Оно-то вообще недалеко. Еще одна. Запасная, что ли, труба? Хм, походу, запасная. Или я здесь ее и видел. Да, пока поднесем. Поближе поставим. Чтоб потом ее, когда придет... Время поставить на место. Вот так. О, вижу лагерь. Надеюсь, он только один у нас в обзоре. Угу, только один. А два лагеря вижу. Один и второй. Тут будет атака, возможно, с двух позиций до нас. Ну что, вы с дюжем? Давайте-ка посмотрим. Перчатки почти подизносились. Ладно, надеюсь, дюжим. Попробуем так. Полугоблина. По-моему, меня заметил кто-то еще. Давайте быстрее с этим разберемся. Или нет? Или нет? Или нет? Или меня не заметили? Тупорылые. Это ваших соседей бьют. Что тут у нас? Ничего особенного. Так, ладно. Хорошо быть низеньким. Тебя не так уж и видно, да? Их тут трое. И там еще один лагерь справа. Давайте попробуем снова по-тихому. Один ушел.
that is all you've got? Не вставай. Что с них падает? С них падает... А, металл. По-моему, металл с них падает. Тоже полезно, в принципе, но... Да, полезно. Ладно, с металлом у меня проблем нет, с кусочками. Так, где ваш сундучок? Где ваш сундучок? Вот он. Угу. Место закончилось. Ладно, мы вернемся сюда еще. Чуть-чуть медведя не вошел. Миша. Давай как-нибудь разойдемся. Не хочу я с тобой драться. Потапыч. Фух. Доспех бы. Все, доспех уже, перчатки снесли нам. Так, давайте почитаем, что написали нам такого интересного. Орки. Орочья боязнь эльфийского квартала. Крупинка удачи. Эльфийский дух все еще ощущается здесь, в эльфийском квартале. Полуорки к этому очень чувствительны. Здешняя эльфийская магия причиняет им боль. Ага, то есть они здесь, видимо, более слабые. Руда. Нефрит. Бледно-зеленый драгоценный камень отлично подходит для изготовления красок, используется в покраске доспехов, встречается в нижних глубинах и содержится в жилах железной руды. Хорошо. История гномов. Эльфы в море. На протяжении веков второй эпохи эльфы региона были надежными друзьями гномов из Хазадума. Дружба, возникшая между народом Дурина и эльфийскими кузнецами региона, была сильнее, чем когда-либо между этими двумя расами. Из-за распространения теней по всему Средиземью король Дурин III принял тяжелое решение закрыть двери Хазадума, чтобы защитить королевство гномов и всех его жителей от возвращения Саурона. Возможно, эльфы и думают, что король Дурин предал их, но это решение для Хазадума являлось защитой от возвращения Саурона и его попыток завоевания извне. Дружба Нарви и Келебримбора. Дружба, возникшая между гномьим мастером Нарви и эльфийским лордом Келебримбором, является одной из самых известных и уважаемых как среди гномов, так и среди эльфов, а также и среди других рас. Символом дружбы гномов и эльфов было множество знаменитых работ, созданных совместно Келебримбором и Нарви в эльфийской кузнице. С помощью сочетания техник ковки металла Хазадума и Эрегиона были созданы такие творения, как Слав и Тильдин, Врата Дурина и многие другое. Немногие союзы гномов и эльфов на протяжении веков были столь знамениты, как этот. Ох, рецепты. Кузница. Кузница теперь мы можем сковать. Сменную трубу, сменную шестерню и сменную рукоять. Если вдруг не найдем, да, если мы достаточно тупы, чтобы не найти. Либо их нет. По левой стороне обойдем. Что у нас с этой стороны располагается, мне интересно. Капусточка, хорошо. Ой, какое красивое дерево. Ты прям покрасивее. Ха. Водопад. Можно через него как-то пройти, я полагаю. О! Ну, тут стальной молоток уже нужен. Гнездышки аж раз, два, три штуки. Так, надо запомнить, что они тут есть. Красота. Красота. Водопад. Прекрасен. Свинтуса вижу. Оленя вижу. Домишки вижу. Оглядимся здесь. Куски что? Куски ткани. А, ну да, я обновил перевод. И резьба. Нарви, где ты? А, вон ты где. Иди сюда. Лежала здесь фермерская грядочка. О, освещенная достаточно фермерская грядка и вторая освещенная фермерская грядка. Хорошо. Можно будет здесь тоже что-то посадить. Что у нас здесь?
пока ничего не ломаю, а так просто, просто пробегаю мимо. Похоже на портняжную мастерскую, будто бы здесь была когда-то. Пошли вместе, пробежимся. Ага. Здрасте. Ворочье. Ну что ж, не будем сильно долго думать. Все? А, вот еще один. Так, давайте не отвлекаться, по одному будем их бить. Хм, а где ваш тут тотем должен стоять? Или я его сломал, тотем, сразу? Тотема нет. Сундук есть. Сейчас узнаешь. Погоди чуть-чуть. О! Ты откуда здесь взялся? Хм. Ну, зато отремонтироваться можем всегда теперь, да? У нас есть. Нет, это не то. А где ваш тотем-то? А, вот ключ. Орочий. Так, ладно, все равно разрушим на всякий случай. Видимо, да, я размотал сразу его. Так, что у вас здесь? Ничего интересного, ничего нового, да? Камушки, монетки. Ну, монетки это хорошо. Мы придумаем, что с ними делать. О, красиво же ж, красиво. Maybe. We can get into the old mines and find a way back onto Durin's highway from there. Нам говорят, что нужно выковать кирку, чтобы попасть в море. Давайте-ка пройдемся туда чуть-чуть. Просто посмотрим. Ага. Тут более плотный проход. Более уплотненные слои, породы. Найдите великую кузницу, чей жар достаточен для изготовления этого более мощного инструмента. Только стальная кирка сможет пробить уплотненную грязь. Мне нужно перезапустить одну из великих кузниц Хазадума, дабы разжечь огонь достаточно горячий, чтобы можно было переплавить железо и уголь в сталь. Это должно быть путь к старым железным копьям. Я мечтаю увидеть древние земли нашего народа. Если повезет, копи откроют путь к тропе Дурина и затем и к выходу. Класс. Хорошо. Угу. Так, что-то я куда-то меня понесло. Потапыч. Нет, Потапыч не надо. Я хотел там еще же лагерек зачистить сначала. Ну, орков-то подзачистим. Потапычи немножко мешают. Вот. А где? А где все? Или это было один ты единственный там был, что ли? А где ваш тотем? Нет, плохой вариант. Кирочкой, кирочкой, стукой. Нет, тотема я не вижу. Где тотем? Это ты тотем? Нет. А! Погоди-ка. А почему он открытый? Окей. Хорошо. Ладно. Еще где-то что-то там не добрал, да, какой-то сундук. Или стоп, это я в темноте, который лагерь размотал, что ли? Ходил тут. Возможно. Так, и еще один урочий лагерь.
Слушайте, похоже на то, что я по кругу обошел. Че, я зачистил всю эту поляну? Ну-ка, весь квартал эльфийский зачищен. Ну-ка, давайте по центру теперь пробежимся. Угу, мосточек. Красивый, нарядный. Да, я размотал. Размотал всех орков, походу, здесь. Эй-эй! Красота! Иху! Уж совсем не хочется связываться с Потапычем. Что-то он ходит, рушит здесь. Миш, может, не надо? Может, не будем? Зачем ты все ломаешь, Миш? Руда, между прочим. Отвянешь. Давай. Какой-то большой. Ладно. О, еще его не пробиваем. Почти. Конечно, мощный, но и я терпеливый. Я слышу волков. Твою ж дивизию. Это было лишним. Еще и волк меня пробил, зараза. Почему ты меня прокусываешь, зараза? Медведь, главное, не пробивал. Ай-яй-яй-яй-яй. Блок держи. Ты че блок не держишь? Зараза. Это ж ты сдохнешь-то. О! Так, и что с тебя полезного упало? С него шкура падает, кстати. А это что? Это случайно не берлога твоя, медведь? Чего, если я ее расколочу? Это похоже на твою берлогу. Тогда попробуем расколотить. Это вообще реально? Не, походу нереально. То есть от медведя мне здесь не избавиться, да? Печально сие. Так, ладно. Он мне еще так не слабо щит потрепал, между прочим. Так, это что это? Это вход, по-моему, снова, да, в кузню. Это вход в кузню. Ну, конечно, да, на лупасили мне так не кисло. Ни доспеха, ничего не осталось. Ну, от орков я избавился, что тоже неплохо. Да, был в надежде на то, что здесь где-нибудь есть какая-нибудь точка для поселения. И думали эльфийским деревом топить. Ну, парачо, может, и может топить. Я все-таки, как бы то ни было, эльфов тоже уважаю. Очень жалко, что недоразумение между нами, между нашими расами было. Шкуры можно набивать с медведей, то есть, чтобы оленей не уничтожать, можно медведей бить. Но тяжело эти медведи расшатываются, если честно.
Очень тяжело уходят они. Ну, разве что здесь расположиться, построиться. Можно, в принципе. Можно и здесь. А уголь у меня с собой был? Я не помню. А, вот. Да, давайте нанесем орнамент. У нас как раз 3 осталось. Откроем, посмотрим, что тут у нас. О, стальной слиток, между прочим. Нашли. Это что? Щит последнего альянса. И длинная шляпа. Класс. Давайте посмотрим на это, посмотрим. Ну, во-первых, да, нам стеллаж открылся для остальных слитков. Это не сильно интересно. А в верстаке у нас... Ага, тоже верстак нужен. А, щит последнего альянса, 2-го уровня, дубинные. А чем отличается от этого щита? Щит 2-й уровень, дубины. Прочный щит из железного забытого прошлого. А этот обитый сталью. Но тут нужна сталь, бронза. А твою дивизию. Какие вы гадкие, а? Какие вы мерзкие. Так, отойти. Зарядим-ка. Будете сейчас знать у меня, Варя. Тоже придумали мне тут. Домишко немножко пододвешалый. На первом этаже. Тут можно что? Тут вариант такой, что не очень вариант. Хотя, ну вот вариант, да, очаг. Давайте, давайте, наверное, здесь будем обосновываться потихонечку. Все-таки, видимо, это то самое место, да, где нам нужно будет обосноваться. Как раз в этом квартале. Плавильня, кузня. Ну, где-то надо будет поставить верстак, соответственно, да. Так, давайте-ка посмотрим, попадает ли плавильня, кузня в этот. У нас в рамочке. Неважно. Меня интересует просто именно рамка. Рамка этого очага. Да, нужно будет либо переносить сам очаг. То вариант более интересный. Либо саму кузню. Туда. То есть, кажется более логичным, конечно, очаг сюда перенести. Так, это у нас здание вот такое, да. Не хватает оконец. С другой стороны, тут оконца, в принципе, второго этажа даже не планировалось, да? Угу. Здесь без второго этажа. А это с вторым этажом, но балконада отсутствует. Козырька здесь сверху нет. Ну-ка, если мы попробуем вот так как-нибудь красиво поставить. Ну, в принципе, можно попробовать. Можно попробовать что-то этакое сделать. Еще раз хочу посмотреть, как оно будет более точно. А если так? Да, вот так вот можно, в принципе, козырек сделать. Да. Ну и там нужно будет что-то со стеночкой придумать. И с полами. Как-нибудь попробуем зарихтовать, да. Но займусь это уже попозже. Так, сейчас я хотел бы все-таки... Кстати, вот посмотреть, жаровни, видите, они не дают ничего. Не дают они совершенно ничего. То есть факел поставить и то больше толка будет, чем эти жаровни. Ну, к факелу подошли, и все, и все у нас нормально убирается. Ой, а что у меня со здоровьем-то совсем все плохо так? Надо бежать. Бежать надо. Разглядывает он тут всю красоты. Сейчас еще какого-нибудь медведика встретиться с ним, да, и сказать до свидания. Ладно, ночуем. Вот. И будем думать уже чуть попозже, что же конкретней мне делать со всем этим делом. Вот. А сейчас, сейчас буду с вами, ребят, прощаться. Так, только еды приготовить. О, медвежатины. Запарим себе медвежатины. Огромное спасибо одному из молодых модеров. Там реально молодой голос, ребенок делает моды. Я в шоке. Я старый. Вот. И вот благодаря ему, ему у меня сейчас перед вами, вы не видите, что нет
совершенно никакого худа. То есть вот этот худ я смог, могу убрать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих серий. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк, оформи подписку.